Наташа, что хотел сказать? Чисто я сегодня домой не приду, это точно. Ну, судя по тому, где идет Таня, мы вообще чистыми не будем. Кабанья пать. Коврик, вот Таня идет. Танечка, а что это у тебя вот, так, вот это вот такое? Я не могу. Таня после встречи с пауком. У меня на голове вот такой паук был. А я про коврик спрашиваю. Мы идем на утреннюю зарядку? Идем, мы идем, да? А что это у тебя тут такое? Это коврик, который вы подарили мне на день рождения. Я буду заниматься йогой. У нас утренняя зарядка. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь. Позиция называется крокодил. Наташа сказала, это ее любимая позиция. Переходите к водным процедурам. Таня сказала, что сегодня последний день перед тайфуном. Очередным. Очередным, да, очередным. Пока у нас тут фотосессия. Где Таня? А Таня уже в воде. Танечка, это твое. Она сидит вся в золоте. Наташа, ты
дорогу накладешь. Просыпаясь с рассветом, неспроста так вспоминаешь об этом. Ирочка, это твое? Очень здорово все-таки. Самый лучший день заходил сюда. Заходи, помаши. Пробыл до утра, но пришла пора, и собрался в путь. Но и ладно, будь. Самый лучший день заходи вчера, ночью ехать лень, пробыл до утра, но пришла пора и собрался в путь. Ну и ладно, будь.